Депутат Государственной Думы Владислав Третьяк подарил детской областной больнице наркозно-дыхательный аппарат. Отделение анестезиологии и реанимации, куда установили аппарат, появилось в больнице в 1995 году. Сейчас там 9 коек для детей в возрасте от месяца до 18 лет. В отделении проходят лечение дети с тяжелой патологией и находящиеся в критическом состоянии. Подобные наркозно-дыхательные аппараты в отделении уже есть, однако подаренные лучшие в мире и самый безопасный. Это наркозно-дыхательный аппарат, так скажем, премиум-класса для проведения анестезиологических пособий, как экстренных, так и плановых, во всех возрастных категориях. То есть и детей, и взрослых. Аппарат достаточно очень, так скажем, он современный, обладает очень хорошей защитой пациента от гипоксии. Он считается одним из лучших аппаратов. Используется как в Соединенных Штатах Америки, в Канаде, в Японии, во всей Европе. Ежегодно через отделение реанимации проходит в среднем 1300 маленьких пациентов. Обновление оборудования на суперсовременное означает снижение детской смертности. Подарку рады все. Вместе с федеральным депутатом в ОДКБ приехал губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. У меня вам подарок больницы всей. Спасибо. Чтобы как можно меньше людей побывало на нем. Спасибо. Наверное, так. Ну, с наступающим Новым годом. Владислав вместе с коллегами из благотворительного фонда принял решение. И сейчас каждому ребенку принесут эти подарки. Это второе и третье. Вы знаете, мы после принятия бюджета продолжаем работать, как я уже неоднократно говорил, с федеральным правительством, с федеральным собранием. И стараемся еженедельно, хоть понемногу, но добиваться дополнительного финансирования. Вот Владислав помог Ульяновской области. Детскую областную построил в самые непростые для всей России годы губернатор Юрий Горячев. Теперь больница носит его имя. Сегодняшние власти тоже много помогают. На ее территории построен один из лучших в России перинатальный центр. Врачи детской областной являются наставниками для студентов-медиков. Павел Половов, Юрий Ломатов, новости Улправды ТВ.